Есть песня, в которой автор обращается к своему дедушке. И мы подумали, что мы то же самое попробуем. Не то чтобы прямо продублировать, но история будет про то, как отец рассказывает своему сыну, показывая старый фотоальбом, фотоальбом воспоминаний, и в них его сын увидит дедушку и спросит, кто это. Он ему будет о нем рассказывать. И потом, по итогу, он его увидит. Возможно, а возможно нет. Это уже будет небольшая интрига. У нас немного за кадром больше. Наверное, так. Есть главный герой, сын, есть отец, есть музыкальная группа. Декорация – это живой пленэр, то есть все, что нас окружает. Мы будем пользоваться природой, нашим красивым краем. Все, что нам дал край, то и будем снимать.